Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Экосистема озера Ван находится на грани исчезновения. Российские миротворцы обеспечили безопасное ведение сельскохозяйственных работ в Арцахе. Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги. Армения получит выход в Иран и Россию. Проблемы Шуши надо решать срочно. Ашот Арутюнян. В этом году в Западной Армении была снесена одна армянская церковь и полностью разрушено армянское кладбище в Ване. Комиссия США по международной религиозной свободе. Кладоискатели разрушили армянскую церковь Святого Степаноса в Ване. Америка решила на собственные средства построить дороги в Армении и Грузии. В Медзаморском заповеднике музее пройдет международная конференция «Медзаморские чтения-2». Самое большое озеро Западной Армении Вам продолжает пересыхать из-за беспрецедентной засухи за последние годы. По сравнению с предыдущими годами, наряду с осадками, понижением температуры и увеличением испарения, наблюдаются серьезные понижения уровня воды в озере Ван, превышающие 2 километра. Преподаватель кафедры географии и литературного факультета профессор доктор Фарук Алаэддин Оглу рассказал об озере Ван. Высыхание озера затронет которая является эндемичным видом рыб. Если так будет продолжаться, это приведет к исчезновению всей популяции рыб, обитающих в реках. Мы видим, что места, бывшие когда-то птичьим раем, высохли. Эта ситуация также приведет к вымиранию живого населения. Это повлияет на всю экосистему. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасный посев различных сельскохозяйственных культур в районе границы в селе Мачкалашен Мартунинского района Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В течение недели при поддержке российских миротворческих сил рабочие посеяли семена разных сортов на более чем 40 гектарах. С учетом того, что земли сельскохозяйственного значения расположены вблизи границы сторон, администрация района обратилась к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечить сохранность работ, сказал Сергей Гапеев, представитель российского миротворческого контингента. Соглашение о возобновлении работы железной дороги было подтверждено на трехсторонней встрече премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарла Мишеля и президента Азербайджана Илхама Алиева. Об этом сообщил премьер-министр Пашинян после встречи в Брюсселе. В ходе трехсторонней встречи с президентом Совета ЕС Шарлом Мишелем и президентом Азербайджана Илхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о возобновлении работы железной дороги. Железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на взаимной основе под суверенитетом и юрисдикцией стран. У Армении будет доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Мы договорились продолжить общение, отметил Пашинян. Президент Арменак Абраамян отреагировал незамедлительно. Он написал: «Подтверждение договоренности об открытии железной дороги на трехсторонней встрече означает, что Армения получит доступ к Ирану и России через территорию Нахичеван. Соответственно, железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными пограничными и таможенными правилами на взаимной основе под суверенитетом и юрисдикцией стран. После Арцахской войны Нахичеван для Республики Армения станет де юре, то есть не де-факто, неотъемлемой частью Азербайджана. Как уже упоминалось, правительство Республики Западная Армения отвергает любое соглашение, которое способствует дальнейшему разделу ее территории». Во время встречи с вынужденно перемещенными жителями города Шуши в ереванском офисе Западной Армении директор исторического музея одноименного города, историк Ашот Арутюнян, обратился к правительству Западной Армении, отметив, что сотни семей нашли убежище в Республике Армении из-за оккупации города Шуши и других частей Республики Арцах турецко-азербайджанскими войсками. Это поставило под угрозу жизнь населения. Поэтому для решения социальных и правовых проблем мы просим вас поддержать граждан, предоставить им статус беженцев. Затем он упомянул недавнюю войну в Арцахе и ее последствия, а также все случаи оккупации Шуши до этой войны. Обрати внимание на такие важные детали, которые имели решающее значение во время этой войны.
специальном заявлении по Турции 3 декабря комиссия подчеркнула, в этом году была снесена одна армянская церковь в Западной Армении, а армянское кладбище в Ване было полностью разрушено. Это формы запугивания, когда разрушаются важные религиозные и культурные объекты. По словам Тони Перкинса, религиозные меньшинства в Турции, в том числе члены армянской апостольской церкви, все больше ограничиваются в своих правах. В своем специальном отчете Международная комиссия США по свободе вероисповедания рекомендует Госдепартаменту включить Турцию в специальный список, поскольку ее власти терпят грубые нарушения прав религиозных меньшинств. Кладоискатели разрушили историческую армянскую церковь святого Стефаноса у подножия горы Аксорик в районе Вам в Западной Армении. Церковь святого Стефаноса, которая была очень важным святилищем для армян, была построена в 17 веке и действовала до 1915 года, до геноцида, совершенного против армян. Церковь, которую на протяжении последних 50 лет непрерывно разрушали кладоискатели, все еще стоит, но ей грозит обрушение. Аргументы.ру пишет, что США намерены потратить деньги для улучшения транспортно-дорожной сети в Закавказье. Конкретно это касается Грузии и Армении. Стоимость предлагаемого проекта пока оценивается в 45 миллионов долларов. Данная акция вовсе не благотворительность и не помощь вышеуказанным республикам. Она продиктована военной необходимостью. Похоже, Штаты решили всерьез создать для России реальную угрозу на Кавказском стратегическом направлении. По мнению газеты, в случае с Арменией стоит очень серьезно подумать. Эта страна является членом ОДКБ, то есть является военным союзником России. На ее территории находится российская военная база. Решение США инвестировать в дорожную систему страны указывает на то, что Вашингтон рассчитывает сделать эту страну таким же лояльным партнером, как сейчас Грузия. Другого варианта просто нет. В Метсоморском заповеднике-музее пройдет международная конференция «Метсоморские чтения-2», в которой примут участие историки и археологи из Польши, Австрии, Грузии, России и Казахстана. Доктор исторических наук профессор Ашот Пилипосян отметил, «Метсомор – древний город эпохи бронзы и железа. Это так важно, что вся культура эпохи бронзы и раннего железа называется Лычашен Метсоморской. Конечно, большая часть докладов посвящена именно раскопкам Метсомора с 2017 по 2021 года, работам армяно-польских международной археологической экспедиции. Но кроме того, у нас есть дополнительные доклады, которые сделают конференцию более общей и полной. Он сообщил, что в рамках конференции будет открыта выставка эксклюзивных образцов золотых предметов, на которой будет представлена подборка золотых предметов или ценных предметов, обнаруженных при раскопках. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.